ये मिस्टर वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सर्फिंग के, इज टीचिंग हाउ वेव्स वर्क. Мне нужно оказаться вот в этой вот позиции. И здесь ты можешь как раз таки передавить уже весом и съехать спокойненько с этой стеночки. Если ты не догребешь, то ты не сможешь просто, волна уйдет дальше. Тебе нужно постоянно разгребать. Да. То есть тебе нужно разгребаться, чтобы у тебя хотя бы треть доски была уже в воздухе, вот так, над волной. Первая треть доски. Либо ты еще делаешь два грибочка, вот так прогребаешь, либо ты уже начинаешь вставать и нажимаешь на доску. This is our surfing school. Но проще всего тебе so будет все-таки она вроде кажется сложнее, но three trainer. One is Russian, Mr. Vovo. Делаешь, двигаешь доску, и тогда проваливаешься. Не просто сразу же давишь. If you are from Russia and want to take lesson in your language, you are most welcome. Вот в этой стойке как раз ты находишься лежа, вот в этом положении. Вот ты лежишь. You can see the things. Либо ты встаешь в этот момент и своим весом переносишь вес на переднюю ногу, и она у тебя уходит, доска туда. А зачем ее пилить-то? Чтобы съехать с доски, в смысле? Чтобы тебе этот лайнап, чтобы тебе догнать ее. Волна-то идет постоянно. И твоя скорость должна быть выше скорости волны. Как раз таки для этого. В тот момент, пока ты будешь вставать, ты будешь терять скорость. Волна будет уходить. И у тебя опять доска оказалась за волной. Поэтому, когда волна вот здесь вот, в этом пике, тебе нужно быстро и резко встать, перенеси вес на переднюю ногу, и ты сможешь скатиться. Либо тебе нужно сделать еще один-два грибка, прогрести. И тогда тебе намного легче будет перенести вес на переднюю ногу. Меньше веса можно будет на переднюю ногу. И все, ты уже спокойно. То есть вот этот вариант самый предпочтительный. Ну, либо вот этот, вот оно уже острое, но ты уже не можешь. Здесь ничего не сделать. Здесь, когда волна пологая, она откроется аж только вот здесь вот, направление. Она откроется только вот здесь. Кайкинг, серфинг, бодиборд, whatever. И когда она вот уже начинает прям полностью открываться, все, раскроется волна, делается катушка, надо сварить. Перешли? Да, но это все вот повторить в жизни. И вот таким образом смотришь и убираешь. Если волна совсем пологая, значит она откроется еще хрен знает где. Если вот она уже поострее, значит она раньше откроется. И выбираешь свое положение относительно берега. То есть как близко ты стоишь к этой волне. Слишком близко встал, все, она тебя накроет. Тут два варианта. Либо ехать в пене, либо развернуться спиной к ней, взял за доску, сел на дно, сидит и идет. Тебя волна хоп, вот жопу подкинул, один-два шага максимум сделал. И дальше опять идешь, смотришь на волну. То есть торопишься, поскольку они идут сериями, 4-5 волн. Ты первую оседлал, если далеко не уехал и не получилось оседлать, сразу же готовься ко второй серии. А как это готовиться? Я только встал, я пока залезу, пока разгонюсь, разгоняться. Тут же выныривай. Где ты можешь, где ты чувствуешь дно. Если тебе нужно быстро пробежать, ты можешь сделать 2-3 там шажка, и ты уже будешь готов. Опять запрыгнул, едешь. Если тебе не хватит скорости, сам прикидываешь по удалению последней волны. Не хватает тебе скорости, значит просто не пропусти. Подумай, как тебе проще пропустить. Развернись, если ты не пропустишь. Лучше естественно пропустить. То есть доска всегда смотрела условное движение. Потому что ты не будешь тратить время на то, чтобы ее разворачивать. Чтобы развернуть доску, то же самое, как когда мы проходим волну. Ты нагружаешь хвост, разгружаешь нос и проворачиваешь доску. Как можно быстрее. А вот когда вот так вот волна идет, вот так, я начинаю грести,